Значит, вот смотрите, есть два варианта аккумулятора. Встроенный аккумулятор и встраиваемый аккумулятор. Не, лучше отдельно, он более балансированный, который сзади. Я не спорю, я просто как бы показываю. Не, он хоть, хоть там меньше вперед клонит голову. Да, да, да. Ну, вот неплохая очень модель, 2199. Она такая очень, уже опробованная, хорошо опробованная. Угу. И мощные это да, безобразие. Смотрите. Они очень мощные. Да одевайте сразу. А покруче ее нету? Нет, ну есть. Вот мощнее, вот мощнее. Вот, кстати, модель, да, вот, вот кстати, ну она на вас самая мощная для бессерия. 150? Да, 150. Помогает, не тяжело? Нет, она, они очень легко сидят на голове, они определенная нагрузка, и они практически не ощущают. Я и говорю. Особенно если правильно нет, отрегулировали ну, ты чувствуешь, вот эти вот. Вот он на данном этапе самый мощный вот этот. Сколько? Вот он только выше. 1800. Сидит на потолок сидит. А, ну да. Сиропка видно, как он берет. Ну не знаю, насколько он там актуален. Можно работать, ну тот самый, как фонарь, а может все работать, как настольный светильник. Офигенно, какой мощный. Почему? А если 150? Он просто поднимается и все. Нет, он там такой. 120. А, да. Ну что, какой брать? Белый. Мне надо фонарь, вот так что лучше. Что? Ты хотел самый мощный, вот тебе сказали. Да, зачем мне самый мощный? Вот давай. Ну вы же сказали самый мощный. Да, я вам показал так самый мощный. Ты помери, на голову одевай. Вот это с той же серии. Вот это, кстати, из этой серии самый облегченный. Он полегче, чем вот этот, да? Прям чувствуется, что полегче. Ну, от 400 до 500, там, зависит от размера. Только сзади аккумулятор чувствует, а это впереди вообще никак. А на батарейках это ненадолго, да, Петя? Нет. Ну, причем тут надолго, ненадолго. Просто мощности другие. Батареечные, они более слабые. А максимум на батарейке сколько он даст? Эту батарейку можно везде купить. И мы как бы куда ездим, там есть. А максимум какой? Будет заряжаться, да? Да. Там, в принципе... Литий ярче, конечно. Игорь, а про эту модель ты скажи, может, это будет интересно, вот это. Нет, а здесь это надо что? Просто понадежнее и посильнее попроще, наверное. Легкое вы имеете в виду, да? Вот нет, вот легкий, вот если хочется из последних легких, вот, специально взял, только из-за того, что он легкий. Mm-hmm. То есть мощность у него аналогична вот этим, вот, но он облегченный вариант, поэтому кому-то дал. Нравится более легкий. У него голова легкая. Вот даже вот с этой сравни. Сдать нам три. Продадите разные цветовые гаммы. Есть какая? Ну, тогда пальцем укажите, какой вы хотите. Сейчас. И надо брать легкие, не пальцы, голову надевать. К-13 спрашивают часто. К-16, К-13. Да, вот, кстати, облегченный, если вариант хочется. Тоже легенький. Давайте по это сравните. Да, они примерно одинаковые. Примерно одинаковые. Да. Угу. Вот это очень аккумулятор. Я и брал вот этот, потому что он тяжелее. Близок к К-13 а это по весу. Стоит? 1300. Вот это офигенно, да. Вообще так нравится. Да. Ага. Тут дизайн вообще сумасшедший. А вот слушай, это а это чего? Же светоотражатели получается, что ли? Для прибамбасов. Не, это скорее всего, чтобы пальцы не скользили. Ну, а, нет, ну так, понятно. Это все-таки, чтобы пальцы не скользили, я понятно, думаю. Но вот эти все эти цветовые, это вот исключительно нет, это для прибамбасов. Не покрасили. Ну да. А это намного уже тяжелее, да? Да, да. Это намного. Нет, реально тяжелее. Я вот этот пробовал, тяжелее. Вот этот интереснее. Легкий, второй. Ну а батарейки что? Батарейки заменил, да и все, да? Слышите, от аккумулятора там... По-другому? Больше отдаст сразу тебе все равно. Ну, во-первых, дольше немножко. То есть при такой мощности батарейки практически не получаются. Там не хватает их.
Так, какой смотрели? Вот этот и еще вот какой этот. Смотрели? Вот этот. Вот этот, вот этот и вот этот вы смотрели. Дайте мне вот этот теперь другой, я попробую. Вот этот, это мир, по-моему. Да, и какой мы еще смотрели? Я вот просмотрел вот, этот, но тяжелый. И вот этот. Голова практически. Это 2199, да, вот этот? Ну, не, вот этот надо вот брать. Вот этот надо брать, я думаю. Давайте, вступить нам, мы три штуки возьмем. Сейчас я посмотрю, остались ли они три штуки. Смотрите, у меня уже. Смотрите, их разбирают. Нам бы еще цветовую гамму. Первую... Нет, цветовая, к сожалению. Ну, вот он, как есть, мы так есть. Нацарапаем. Я напишу, да. Нацарапаем, Игорь. А то вечно хватает свои вещи, да? Ну ладно. Вообще ничего не есть. Ну а нужен такой? Я не знаю, вот нужен такой. Кто хоть эти хорошо. Скажите нам еще, пожалуйста, вот 5 тысяч написано, а тут сколько тысяч? 120. Чуть побольше. Да. Для детей? А в этом сколько? 5. В этом 5? Вот, тот, вот этот, этот вот, Сереж. Это батареечный. Хорош. Ой, я вам свечу в глаза. А он батареечный. Он, в принципе, где-то 100 метров бьет. Но он очень легкий. То есть, да, вот кого, для кого, как бы, это определяющий фактор. И далеко сильно светить не надо. Ну, то что многие там берут вот такой. Но это... Вместо фары, что ли, светить? Ну, в общем, многие, да, так и делают, что вместо фары. Так, ну что, пакую я вам? Сейчас, или вы еще в размышлении? Цены-то окончательно. Скидка хорошо, какая? 1500. Мы с глухой деревней, уж на нас не обижайтесь. Ну да, да. А мы все из деревни. Москва — это вообще большая деревня. Да. Да? Ага. Да. Так, ну что? Я не знаю, я вот это все купил. Мне такой большой не нужен. Я не буду сидеть в темноте. Мне не нужен чужой. Ну, батареечный. Он да, батареечный? Это батареечный. Вот. Вот. А вот это что такое? Три батарейки, три А. Это вся эмульчика. Подожди. Какой легкий с аккумулятором? Ну вот. Вот он. Это большой. Аккумуляторный. Он может работать от двух аккумуляторов, может от одного. Если один разведется, он заряжается. Ну единственное, тут два. Просто у вас время горения уменьшится. Вы должны понимать. Они там стоят два. Они стоят по... Пары. Ну, да. Да, и дружит. Плюс-плюс они идут. Ну, работать-то будет, ой, естественно. Но в глазенке лучше не светить. Давай. Нет, если беру такой. Давай, гласи. Вот этим пользоваться на экономичном, он больше будет. Ну, давайте нам по 1300, три штуки-то отдайте. Все-таки это выставка, а не... А сколько? По 1300. Нет. С 1700, это тогда я вам приплачу, а не вы мне. Главное, нет, оно главное, конечно. Но я тоже кушать хочу. 4500, да? Полторы, да. Ну да. Это миллион, ну что? Нет, нет. 4500.